Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова видео на проекте Amazing Roleplay. Итак, пацаны, сегодня я вам расскажу, как я заработал 50 миллионов. Я расскажу, за сколько я заработал эти деньги и куда их буду тратить. Поэтому серия будет интересная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Набирайте 200 лайков, выходит новая серия. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Roleplay. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. А перед началом ролика хотел бы посоветовать группу своего подписчика. Он делает оформление для группы, для канала, делает превьюхи, арты. Делает качественно и недорого, поэтому всем советую. Он даже иногда делает превью для моих видео. Поэтому, пацаны, реально пацан красавчик. Ссылочка на группу будет в описании. Всем советую обращаться именно к нему. Ну что ж, пацаны, давайте я вам покажу вообще деньги. Вот, смотрите, просто в правый верхний угол, и там получается у меня 50 миллионов. Я заработал их примерно за 20 дней. Ну, 25 где-то. Вот, 20-25 дней за это время я их заработал. Зачем я вообще записываю это видео? Не чтобы повоебывалось, типа, что вот я там такой крутой, заработал 50 миллионов там и так далее. Нет, я таким как бы не занимаюсь, вы это прекрасно знаете. Я это видео записываю для того, чтобы на стримах не было вопросов, зачем тебе 50 миллионов и куда ты их будешь тратить. Сегодня я вам это все расскажу, чтобы потом, в дальнейшем, на стримах не было таких вопросов. Потому что я вот стримил, когда копил эти деньги, и постоянно были вопросы, зачем ты их копишь, куда ты их потратишь там и так далее, и сегодня я все это в видео расскажу. Я, если честно, давно бы уже накопил эти 50 миллионов, но, как вы помните, был дудос 2 недели, просто невозможно было играть, а тем более работать. Из-за этого я не смог быстро накопить деньги. Так бы, если бы эти 2 недели все было бы хорошо, у меня давно было бы уже 50 миллионов, я бы купил уже на что-то другое, например. А так, из-за этого дудоса просто невозможно было работать, и приходилось просто, ну, не играть даже. Я даже не заходил играть, потому что, ну, невозможно было играть. Но сейчас уже вроде бы все хорошо, и я работал, заработал деньги. Основная прибыль у меня была за счет дальнобойщиков, потому что у меня 100 скилл на дальнобойщиках. Давайте вам покажу. Вот, G-скилл, смотрим. Вот, дальнобойщик, 100 скилл у меня. И также у меня есть свой личный магнум, получается, на котором я постоянно работаю, и на нем уже пробег 109 тысяч. Я думаю, по пробегу можно понять то, что я много работаю дальнобойщиком. Не сказал бы, что я задрочу именно, но работаю там 3-4 часа в день стабильно. И я зарабатываю и зарабатывал в день где-то, ну, около 1-3 миллионов. Это минимум. Вот минимум в день я зарабатываю 1 миллион. Это минимум. Максимум я могу заработать где-то 5 миллионов, но это если задрочить прям 10 часов подряд. Ну, а так я стабильно зарабатываю там 1-2-3 миллиона. Для меня это нормально. Потом, у меня получается еще есть бизнес. Давайте вам покажу. Вот, пишем Бусинес. У меня есть бизнес и 100, получается, в Арзамасе. Давайте я по GPS покажу, где он находится. Вот, пишите GPS. Потом выбираете пункт 6 бизнесы. 5 пункт S100. И вот, 33 бизнес, Family Kirill Game. Это именно мой бизнес, можете туда приезжать и тюнинговать свои машины. Вот реально просто большое спасибо и респект тем, кто ездит именно в мое 100, потому что вы мне очень сильно помогаете. Зачем вам ехать в другое 100, если можно поехать в мое 100 и затюниться там? Как бы вы себе делаете пользу и мне делаете приятно. Поэтому, кому не сложно, приезжайте именно в мое 100 и делайте там тюнинг. Также, пацаны, есть система промокода, вот, управление промокодом. Его как бы нужно вводить. Если что, промокод есть в описании, поэтому можете его вводить. Вот, реферальная статистика получается. И где-то с рефералки за 20 дней я заработал, ну, где-то 3-5 миллиона, где-то вот так вот. От 3 до 5 миллионов я заработал с рефералки. То есть, если сложить дальнобойщики, бизнес и, получается, промокод, то получится, как бы, 50 миллионов за меньше, чем месяц. Куда я буду тратить эти деньги, пацаны? Как вы знаете, скоро, я надеюсь, что скоро, должно выйти глобальное обновление, и там будет новый тюнинг. Что будет новый тюнинг? Это стробоскопы, тонировка, пневмо и аудиосистема. Вот я хочу как бы вам показать тюнинг сразу же, как он только выйдет на основные сервера. Я хочу для вас снимать контент, понимаете? Ну, если выйдет глобальное обновление и у меня не будет денег, то что я для вас буду снимать, понимаете? А так, выйдет глобальное обновление, у меня есть 50 лямов, я вам смогу сразу показать новый тюнинг, показать новые машины там и так далее. Я считаю, что это очень круто, поэтому, пацаны, поставьте обязательно лайк. Я в первую очередь как бы это делаю ради контента. Если выйдет глобальное обновление, у меня не будет денег, что я буду вам показывать? Просто буду говорить, вот там есть тюнинг, типа вы 100 прикольный, но показать его типа не смогу. А так выйдет ГО, я поставлю новый тюнинг на машины и вам это все покажу. Поэтому, пацаны, я считаю, что это очень круто, и я не зря копил эти деньги.
деньги. Куда еще буду тратить эти деньги? Я в первую очередь хочу затюнинговать, получается, Магнум и Мурку. На Магнум я хочу поставить там стробоскопы, тонировку, пневму. Хотя на Магнум, мне кажется, пневму нельзя будет поставить. И хочу еще аудиосистему поставить. Буду просто катать рейсы и крутить музло просто по дорогам. И также хочу на Мурку поставить весь тюнинг полностью. Как бы я хочу сначала протюнинговать именно Мурку и Магнум. А потом уже все остальные машины. Также, когда выйдет глобальное обновление, я хочу купить новые машины в семью. А именно я хочу купить две Теслы. Не Кибертрак, а обычные Теслы вот эти, которые четырехдверные, я хочу купить две штуки в семью. И они будут стоить около 15 миллионов. Также в семью должны будут добавить рацию, она будет стоить тоже где-то, 10-15 миллионов. Поэтому 50 миллионов, я считаю, это даже мало для того, чтобы встретить глобальное обновление, чтобы вам что-то показать. Но я буду еще работать, буду копить деньги. Но сейчас у меня цель накопить 10 миллионов, это для вас на конкурс. Поэтому, пацаны, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пишите приятные комментарии. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.